В Актобе задержали приятелей, которые ради забавы решили поохотиться на косуль. Стражам порядка пришлось устроить погоню за незаконными охотниками. Теперь мужчинам вменяют статью за браконьерство. Время 16:30. Два автомобиля не останавливаются на требования сотрудников пограничной службы при исполнении. Происходит все в Айтекибийском районе. После длительной погони товарищи все-таки задержали. Выяснилось, что у них нет лицензии на отстрел животных. Но это не помешало им убить 6 косуль. Туши животных были найдены в багажнике внедорожника. Кроме того, в салонах машин обнаружили еще 8 единиц оружия.